Артур на своем полетит? Я на самом деле просто посадить. Хочу около стройки посадить его, да, рядом, чтобы если вдруг что, можно было взять. Или, может быть, он останется при следующей попытке там. Разумеется, не останется. Нет, он не останется, не. Это просто, если вдруг кто-то из нас там прыгнет случайно там в панике, чтобы понять. Выжить. Да. Ну, короче, два вертолета не каждый день встречаются, поэтому пусть будет. Есть такое. Жалко, выбрасывать просто. Проклятая стройка. Стройка смерти. Давайте посадим вот Артур там за зданием. Вот у этой же стройки есть перестрой большой. На него можно. Ну, да, вовремя, я уже почти приземлился. Да забей, да. Как мы удобно залезем на пристрой? Ну, короче, здесь поперек дороги. Нормально. Давай к нам двигать, да. Джек. Ау. Ты этим стикерами поворачивай его направо. Да. Направо, там налево. Я пилот высшего класса. Первого? Школа. Школьная программа. Он где-то третьего В. Ничего себе. Джек, ты когда приземляешься, ты постоянно... Воу, что у меня происходит-то? Что-то странное было. Садись, Артур, рядом. Не шарах его об землю. Так, будем надеяться, сегодня мне рандома в голову не налетит. Хотя налетит, конечно. Ну что? А как насчет того, чтобы накидать на крышу кучу власти? Власть дорого стоит. Это факт. Хочу. Нет, Джек, стой! Епа, вот бать. На этом случае я предлагал поставить второй вертолет. Но я смог все сделать. Да мы сейчас чуть не умерли только что. Да, все нормально, ну что. Если что, вот, короче, Макс по правому борту. Мне кажется, все-таки первый класс школьной программы. Так, а чем так. Выше класса, тем как бы лучше скиллы? Чем меньше класс, тем лучше. Был 10 класс еще. Не, первый. 10 Е. 10 какой-нибудь. Пожу. Так, я веду. Всех порешал, Джек. Да вот, не все, вон еще два. Того я. Так, теперь на самый верх сейчас подойду. У меня все очень плохо. Всех порешал, Джек. Вот. Меня убили. Ты бы катапультировался, когда все плохо. Джек, ты один? Fucking shit. Guys. 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 Just fuck this mission. Мы его пройдем. Ладно, я попробую. Seriously. Че терять там мне? Джек, воруй кейс. Я бы вообще мог, знаете, прыгнуть в здание, схватить кейс, пробежать насквозь, выпрыгнуть. Пролететь на специально, чтобы парашют не потерять, и потом его раскрыть. Давай. Много по-другому. Ты лучше на крыше, где арматурин, попробуй приземлиться. Потому что здесь у нас чувачок стреляет. Здесь тоже чувачок. Можно, Джек, можно. Хорошо, Джек, нормально. Аккуратно прячься. Он крикнул мне, что я писав щит. Ну. У тебя должен быть парашют тебе, братан. Давай. Все смотрят на тебя. Весь YouTube. Весь мир. Пошло, вошло. Вошло. Вошло, я знаю. Так, там на первом этаже никого не наблюдает. А нет, извиняюсь. Спасибо, да. Загрузка идет, лишь дикая. Режим камеры. Оп, во, нормально, минимальный интерфейс. Блин, а куда он целится-то вообще? Твою камеру как далеко. Motherfucker. Jack, there is no one. Он сейчас сдох? Походу, он лежит там, крови дофига. Я бы не хотел брать кейс, я бы хотел всех на крышу. Есть парашют, проверь. Зачем парашют? Тебе на крышу вообще? Ой, там кто-то есть, вы же сказали, никого нет. Где он? Он там поехал, слышишь? В смысле, Джек поехал. Ну я понял, да. Джек, хватай кейс, прыгай с крыши. У меня, да, есть парашют. Давай, делай это. Не останавливайся. А где он? Шал, за стол. Джек, что случилось? Джек, ты у меня в лагах бегаешь обратно. Отлично. Давай, пошел куда-нибудь. Я не знаю, прячься в подземку, она тут рядом. Джек, выпускай парашют. Нет, Джек, рано. Нормально, Джек, красава. Джек, вот это про. Профессионал, Джек. Джек, там враги на машине. Я вижу, что делать-то. У меня он просто шлепнул на землю. Да. Не открывай ничего просто. А ты вообще у меня парашют выпустил, нет? Да. Просто у меня ты упал просто тупо. Я в самом начале прыгнул, парашют на нем летел.
По-моему, не осталось ничего. Вызывай вертолет Джек, да? Нет. Ваш личный транспорт уничтожен. Чтобы защитить ваш транспорт, он взлетает! Или покупайте вертолет, вертолет! Это жертва, Джек, это была жертва! У меня страховки нет, оказывается, на этом транспорте. Джек, я жертву 70 тысяч влил! Джек, я уже ничего не могу просто. Как ты, я тебя ненавижу просто. Подожди, Джек, а что ты тебя ненавидишь? Во-первых, ты меня не остановил. Во-вторых, ты не застраховал свой транспорт. Это жертва. Это жертва. Мы уйдем ко дну. Все, продолжаем снимать. Да, серьезно, я давно не выключал вообще. Это потому что стоило того. Так, все, Джек, я реально, я убью всех. 70 косых с тебе. Нет, ты не застраховался, нахер ты что-то. Я думал, что я застраховал, я платил. Я думал! Может там сервера как-то опять не работали? Джек, правый борт. Подобрались. Правый борт, я очень. Знаете вам правый борт. Вот так вот. Левый борт. Джек, мы не хотим проиграть эту миссию еще раз. Хорошо. Тут все в темноте, не знаю, что увидите вообще там. Если у кого-то у вас будет плохо со здоровьем, кричите сразу, я приду. Понял. У меня вообще не достает сюда пушка. Джек, плохо со здоровьем. Воу-воу-воу-воу, ты, по-моему, не надо было вниз спускаться. Джек, бери-ка выше и правым бортом. Я теперь Артуру взял. Артур стреляет, потом поворачиваемся ты. Да мне некуда стрелять, у меня не достает. Право, 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 быстрее, право. Блять, хуярят, ты же слева, очень больно меня. Кто? Ну это ж типа вертолетом простреливается. Я типа должен видеть врага, чтобы у меня автоприцель на него срабатывал. А вот на дальних у меня на меня срабатывает. А если срабатывает, то очень плохо. Кончил его. Отлично. Хорошо. Может я вас высажу лучше все-таки? Нет. Лучше пока не надо, по-моему. Стороны вот так вот по кругу правым бортом пролететь один раз. Ради всего. Я бы на самом деле вышел сейчас, потому что я тут реально мясо. Но с такой высоты я убьюсь. Что, это совсем неправильно. Я не так хотел. Уходи, Кнайф. О, сдох, отлично. Джек, уходи, 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 уходи. Аккуратно, Как вы умерли опять? Чувак, я тебе потом покажу, как надо летать. Ты просто висишь. Нужно кругом вокруг него крутить и все. Я понял. Так, ладушки. Спрыгивай, короче. Спрыгивай, хватай кейс и... Может быть, у нас что-то еще и получится. Ты сможешь. Супермен! Я хотел убиться просто уже. Тут, короче, нужно по системе Battlefield, понял? Типа, ты не стоишь на месте, ты просто делаешь круг правым бортом бесконечный. На скорости. Короче, стрелки, вы будете стрелять, я буду летать. Я как раз так и делал. У нас было все очень неплохо. Давайте быстрый запуск. Быстрый запуск. Какой по счету уже. Ты мне вернул, а потом. Я помню, как что было. Че, вы принесли в жертву? Ты тоже. Нет, я не должен. А если тут сейчас его не будет? А у меня 50 баксов отняли. Почему я тону? Я тоже. Вы заплатили 50 баксов. Я тоже, у меня это денег никогда не оставил. Вы заплатили 50 баксов за день. Короче, я вызываю Мэри Уэзер с их вертолетом. Отлично. Есть нож. Сейчас у меня, знаете, там $999. Бинго. У вас недостаточно денег. 968. Есть контакт. Я буду убивать сейчас. Слышишь, идите сюда, ребят, в море надо. Ага. Да-да-да, к тебе сейчас подходи, там, после того, что у меня есть нож, там, жертвоприношение. Главное тут не стоять. Главное, типа, вот я заметил, когда мы около моря, он реально может появиться и сесть. Ага. Заметил, ну, это был один раз. А еще 150 раз мы вокруг него катались и ничего не появлялось. Ну это просто еще что-то там. Если там никого вертолет, не будет. Вертолет, я слышу. Да, я пошел прием, взлетает. О, нет, сейчас спускаться будет. Теперь пушить спускаться. Видите, я только прыгну в воду и сразу типа. Ну, конечно. Уже 100 раз было, что я вот этот поворот проезжаю, он респаунится. Все. О-о-о-о, куда полетел? Кто-то ствол, кажется, достал. Сейчас. Или подошел. Не-не-не, сейчас он приземлится. Надо не подходить к нему слишком близко. Я вообще наблюдаю с фастрады. Я думаю, что сейчас он опять исчезнет просто в воздухе. Я с ножом иду, и он не очень рад. Так, Джек, хватай.
Отлично! Не-не. Сейчас он встанет, ему будет хорошо. Куда собрался? Жертвоприношение. Джек. Слышь, он реально быстрый. Парни, вспомните Battlefield. Вы же хотите жить вечно? Так, слышишь? Братуха-борцуха, давай, наверное, правым бортом. До конца. Ок. То есть тупо вокруг этого правым бортом. Правый или борт можно... запилят, давай левым бортом. Да, запилят, вот именно. Вы на бортах, что ли, сидите? Да. А, понял. На самом деле он довольно долго поворачивается, поэтому... Черт его знает. Хороший день, нет? Захожу с самой крыши. Круг такой наворачивает. Главное, получится, типа... Получится, получится. А отсюда не... Тихо, тихо, нет. Тихо. Автоприцеливание не наводится здесь. Сейчас я вон, поближе. Одного забрал. Если жизни плохо, говорите сразу. Да-да, жизни плохо, жизни плохо. Отлично. Теперь мы отходим, и теперь левым ботом. Я там убил человека 3, короче. Через автоприцеливание. Давай, вот ты давай. Таким же макаром. Там еще один умер от кровотечения. Отлично. Первый пошел. Второй. Так, у меня жизни очень плохо. Пересаживайтесь, ой, кто-нибудь, выпрыгивайте. Твою мать, мы не можем. Один смог. Я, ну, выпрыгнуть смогли, а пересесть... Ой. Он такой, смотрит на меня такой, фак. Он исчез. Это был призрак. А черт, Артур пилот или я? Давай лучше, потому что у тебя наведение получше, ты можешь лучше стрелять. Джек. Садись. Что происходит? Садишься, не слушай рядом с Джеком на пассажира, там побезопаснее, я тебе отвечаю. Кто? Ну, или Джек, ты сядешь рядом. Кто ну, пилот? Я пилот. Решайтесь, все. У вас автонаведение гораздо Джек, сядь, дальше сядь, работает. Джек, сядь сюда, подожди. Сядь рядом. Я вообще клуба. Готов катапультироваться и там внизу всех нанести. Куда мы тут сидишь? Садись. А вы на вертолете бегуете их сверху. Артур тогда давай пусть пролетает, короче, над ними. Ты высаживаешься, да, я... а потом правом. Вы второй пилот вертолет нажмите. На большой и на маленькой высоте. Как ты хочешь умереть? Я мне вообще на любой. Может, на большой, там тебе удобнее будет выбрать позицию. Ну его расстреляют, тут на подлете еще. А он не сразу парашют откроет. Ну хорошо, я подниму сейчас повыше, то метров на 100 над этим. И будешь прыгать. Слушай, на маленькой нас расстреляют. Я, кстати, мог бы всех врагов пометить с помощью вот этого второго пилота. А это смысл очень полезно. Как это нету смысла ты еще? Автоприцеливание. Смотри сейчас. Оно, когда он выпрыгивать будет, оно исчезнет все. Ладно, тогда забей. Тогда прыгай, Джек. Слышь, сейчас мы тебя приготовим. Слышь, Джек, ты уже на самом деле вот типа можешь. Пока не надо уж. Ну, ладно. Он уже сейчас пошел. Просто его вырулить будет. Борт. Сразу в правый борт. Ходи оттуда. Джек, сейчас поможем. Ближе надо. Сейчас, сейчас большие я опускаюсь. Проблемы, я мертв. Без так, вариантов. Так, план не сработал, короче, да? Да, ближе, надо было. Так, ближе, сейчас, ближе. сейчас все будет, подожди. Просто влетайте на вертолете, пусть он взрывается там. Да, вот это прицеливание по всем. Кран. Уходить, уходить, Артур, уходить. Плохо. Все. Отлично. Разбивайся, Артур. Ага. В них прям влети лучше. Чтоб так поэпичному. Weasel News. Weasel News. Чертов псих на вертолете пытается убить строителей. Может, ты еще раз так сядем просто? Да я уже думал. Она не сказала никому, да? Ну просто бы втроем здесь их зарешали. Да, да, именно так. У вас же там тактика, все дела. Смотрите, Артур всех убил. Так, все очень плохо на самом деле. Они идут ко мне, нет? Вроде нет. Он стоит перед тобой прямо. Не знаю. Я бы потом даже предложил, один берет кейс, двое прыгают раньше. А потом он прыгает за ними, чтобы не успели внизу же подготовиться. Так, я чуть... А его как этот порешает? Вот такое дело. Нет. На полминуты, если попозже прыгнуть. Наконец. То есть, ты понял, двое спрыгивают, внизу уже готовятся, ждут. На машине, например.
И потом он только берет. Ну вертолет через полминуты уже здесь, так что надо. Если ты возьмешь, ты, если ты возьмешь наркотик. А, понял, понял. А если не брать, просто стоять. О, это плохо. Вот. У них автонаведение, да, что у меня? Да, 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 в разы. А у меня была бы тут снайперка. Да бы. У тебя гранаты есть? Нет у меня ничего, кроме ПП. Что ты ничего не покупал? В смысле не покупал? Я не могу покупать, у меня начальный уровень. Я же вам говорил. Ну там не сильно начали. Гранаты на 15 дают. Да. У меня? Ой, ой, ой. Все спокойно, все нормально. Дай бог. Ну как? Все очень плохо. Так, вон этот парень. Вон эти ребята. Вот, черно-белый был офигеть. Сейчас он встанет еще, по-моему. Так, кончились. А ты стиком подкидывай. В смысле? Ну что, чтобы полу. Ну, я так стреляю всегда. А, и нажми еще на стик, чтобы оно ближе тебя прибежало, кстати. И это он так знает. Херово. За зеленым, справа он прям на тебя целится. Я знаю, я его вижу. Вот я так. Просто сейчас вылезу, могу хапнуть. Нет, ты вот сейчас справа прям выскочи, ты же уже баном. Нет. Я там хочу, просто... чтобы вылез. А, у меня просто в доску стоял, стрелял. Mm-hmm. О, по трубе, хорошо. Ой-ой-ой, а ты нормально, нормально. Тебя вот не видит, ты оттуда сможешь убить. Вертолет такой стоит в дыму. Твою мать. Так, сейчас мне надо как-то понять, что с этим парнем делать. Кто, так, наверное? Типа, да. Здесь не укрыться, я тоже пробовал за это что. Кто там так орёт? Так, чуть-чуть подлечились. Он что, прям за этой доской или где? Кто его знает, где там? Он, кстати, без укрытия. Автоприцеливание упора, да. Счастье, чё-то. Воу-воу, сколько их там? Они надо мной или передо мной? Перед тобой один. Перед тобой. И над тобой 100% есть. Над тобой-то да, ты будешь там вообще никого не убивали. И сзади тебе. Прям подходит. Он еще живой, что ли? Очень гамм, который он видит. О, куда ты выезжал? А, это анимация. Ох, это анимация. Ты успел. Ну как успел? У тебя батончики какие-нибудь есть там, еда? Нет. Плохо дело. Плохо. Как сказать плохо? Я из холодильника натырил дома. Ох, там куча. Ты можешь даже не добивать таких лежачих, они сами умрут. Когда как, Джек? Лучше пока есть возможность. Не, они не встают, они садятся и потом все равно падают. У меня пуля только же в текстуру врезалась перед тобой, такой красный. Ты вроде в него стрелял. Справа, по-моему, один. Да, за дальней колонной. Так, хорошо. За дальней колонной? Вот белая колонна, видишь, справа. Я тебя? Двоих вижу. И прям за ней. Это... Только автоприцеливание, что ли? Да, вроде человек там. Нет, он потом просто сразу быстро нажмет прицел. Да, вот тут я кого-то видел. Он тебя послал куда-то. Сейчас все будет. Он тут? Должен быть. Да, должен был быть тут где-то. А, он, наверное, над тобой. А, возможно. Да, три точки над тобой. Откуда сзади меня стреляют? Погодь. Я подойду. Так, у меня есть парашют. Я, короче, валю отсюда. Давай. Хватай и прыгай, тебе направо. Пошел, родной, пошел. Так, сейчас, подожди, я в эту сторону хочу. Каждый сам. Попробуй сесть на здание какое-нибудь. А смысл? Здесь потом без парашюта же будет. На небольшую крышу, чтобы под крышу сразу попасть. Что вертолет начнет висеть. А так ты если. Я вообще отлично делаю, я на паркинг сажусь. На паркинг, прекрасно, вон тачка справа. И здесь можно будет плохо присоединиться. Сел. Сейчас начнут. Они подлетают, Артур. Они еще далеко, Джек. Хорошо. Где выход? Направляйте меня. Где выход? Выход, я не вижу. Налево, вон, налево. Вот, прям бежит. Налево, да. Давай. Они совсем близко, у меня жизни очень мало. Давай, машина? Я слышу рядом машину. Так, я под крышей. Все, я в домике. Это еще не конец. Это еще даже близко не конец. Там кола спереди, от тебя хил слева, от тебя. Давай, не отвлекай меня, блин, они тут прям летят. Давай, машина. Машина. Как можно больше бронированной тачки. Нет, так серьезно, пошел бы не работать. Нет, просто они как раз висели там. Они меня сняли сейчас.
Парни здесь, они бегут ко мне, да, по-моему? Да, точки движутся. Движутся. Они могут на самом первом этаже бегать просто. Ну а нет, они довольно умные здесь и поднимаются, в принципе, неплохо. О, лестница. О, я сделал фильтр очень светлым, так хорошо. Короче, так, хорошо, сейчас встать. Главное не пылить, да, парни? Я сейчас заплачу. Вызови копов. Возьми телефон и бери 911. Не прыгай, нет. Кстати, в сингле, когда по лестнице, жишь камера сама. Тут нет спуска, это не так парковки работают. Он не улагает просто. Так, ну они не поднимаются ко мне, я смотрю. Ладно, я пока с вертолетом буду выводить. Собрался? Блин, да как же мы его с него отрезать, парни? Сейчас поднимется, смотри. Поднимется. Твою мать, с той стороны поднялся. Слышь, это мухи крыльцы, конечно. И сзади один. Ага. Было бы кинематографичнее, если бы ты на машине заехал наверх парковки, а оттуда бы спрыгнул с пандуса. Давай вот. Красава. Ну все, теперь только вертолет. Я от вертолета свалить могу? Не факт. Далеко. Ну, не факт, что я могу его убить, потому что с ним пристреливался. Тоже не факт, далеко. Давай. Не хочешь похиляться, вот автомат? Это... Не этот. Еще едут. Вот этот. Еще едут? Да. Замечательно просто. На машине, кстати. Наверх к тебе поднимается. Сейчас я попью, я двигаться не могу. Давай. Идет кол, идет психмас. Ныхайся быстрее. Они уже пробежали. Проход, они уже тут. Нет, ни за колонну круглую плот похайли. Все нормально будет. Нет. Мы в дерьме. Они вышли из машины, вот дебил. Иди гаси быстрее. Они под тобой. Да, на один уровень ниже. Или два. Меня вертолет беспокоит, эти парни не особо. Ага, но он так низко не спускается. На самом деле спускается, уже пострелял меня. Да, по-моему, по тебе не стреляли. Не-не-не, был тоже. Сейчас тут людей нет. Да нет, кажется, там они есть. Он бежит ко мне. Да. Где бежит, нет никого. Где бежит? Бежит. Не бежит он тут. Ниже я бежит. Вижу по карте. Ну по карте да, он бежит. Он на втором уровне, а ты на третьем. Да, ты на третьем. Пойдем слева тебя, быстрее, обгоняем его. Не-не-не, сейчас он выйдет, и я его срублю. Ну давай. Ну просто за стеночкой взять. Вот он к тебе уже выходит. Вот он. Хорошо. Как, кстати, полный хп. Видишь, а ты говорил, не помогает. Помогает еще как. Нет, в тот момент просто они меня выцеливали как раз. Да, там просто. На этом этаже? Не должен быть, да. Может быть, они тем вижу. Почти что тоже, что и ты такой. Мы иногда можем еще посмотреть. Я знаю. Ох, твою мать, я хочу выбраться отсюда, где ты, сааа? Бери машину. Нет. Разум псих. Там сейчас еще прикатится машина, по-моему. Не должна. Да им пока не надо. Я беру машину и валю, короче, в метро. Не знаю. Давай, метро это хороший план. Такое найти еще надо. Машину тоже еще одна. Чему нам здесь нельзя, где да? Где машины вообще все? На карту зовут. А, вот их машины. Вот они приехали. Они там новые приехали. А, да, еще один. А, кстати, Артур, как раз под мост надо будет ехать. Не, это сверху, они над тобой, Артур. Написано, тебе, что... если выбежать... Надо мной, как они просто... Да, ну там была стрелочка вверх. Блин, Артур, тебе, если сейчас выбежать и по прямой просто ехать очень быстро, то ты, блин, доедешь, там даже поворотов нет почти. Один в самом конце будет в этом... Машина не самая поворотливая. Все. Ну, наверху была лучше. Твою мать, наверху она была не очень хорошая. Давай, тоже. Давай. Все, и просто по прямой топи. Меня уже палят. Заезжаю под эстакаду. Да, не слева тебя. Хорошо. Мои маски уходят. Слышь, ты сможешь, да, реально. Чего ж так? Все, пар надо включить. Все, он уже отстал. Машина! Ага. Нет! Уходи! Нет! Да. Давай, тигр! Сражайся, как лев! Макс, нужно... Сейчас встретим. Тайкер заряжать. Срочно. Решай! Лев просто! Просто лев! Можно ехать. Их тачку бери. Да, продолжай. Вертолёты гони. Хотя у них там такая же. У них только еще шины пробиты. Ну, не могут. А вот давай там совсем чуть-чуть.
За мостом все. Фига себе, совсем чуть-чуть, за полтора километра еще. За мостом наши, нормально. Так, мост меня закроет маленько. Давай. Давай, давай, давай. Все хорошо. Они прям пробивают, пробивают. Артур, Артур. Пробивают больно. Ну делай что-нибудь. Подавись место. Все. Это... Ты сможешь. Да не, шо, все. Под мост. Уже почти под мост. Не на машине под мост. Под мост. Виляй, виляй задом. Я не могу вилять. Ты один не можешь. Все нормально. Пока ХП под мостом. Нет, все нормально, почти приехал, на месте. Право, да машина не поворачивает, шина пробита. Да ты лечишься, все хорошо, ты лечишься. Ага. Отключаюсь, отлично. Давай, давай. Все, Лев, заканчивай. Что заход-то? Давай. Решай давай. Вопрос. Да-да-да-да, вон, выскакивай, беги. Заебись, чувак. Боженька. Как же хорошо. Три 500. Это ж не деньги. Зато, кстати, опыта стали в два раза больше давать. Ой, короче, если вы резали со мной, я эту серию заканчиваю, если отпустил Блэйк, жалко, что мы тоже, да? Все, я пойду умру, по-моему, ладно, всем пока. Мне понравилось.